Украинская пресса активно обсуждает фотографии, которые Мерила сама выкладывает в социальных сетях. Это довольно откровенные снимки. Ну, на некоторых новый советник украинского министра экономики играет с ножами и бутафорской кровью. В комментариях многие украинцы пишут, что у советницы, возможно, есть психические проблемы на этой почве. Кстати, министр экономики поставил перед Мерила задачу по привлечению новых инвесторов. К финансовым новостям.